Три дня до старта чемпионата Европы 2020. Чаще всех среди российских спортсменов призером чемпионатов Европы становилась Анна Стенковая. Три раза. В 2004 и 2006 годах она занимала первые места, а в 2008 – третье. Повторить результат Анны имеют шанс двое россиян – Юлия Каплина и Анна Цыганова. Кому из них удастся оформить хэт-трик? He's the new European champion of speed climbing. Надеемся, что кто-нибудь повторит такое достижение на предстоящем чемпионате Европы в Москве, который пройдет с 21 по 28 ноября во Дворце художественной гимнастики Ирины Виннер-Усмановой. Возьми маску и, соблюдая социальную дистанцию, приходи поддержать лучших скалолазов континента или присоединяйся к онлайн-трансляции. Всем спорт! Будь выше!